Сегодня в Первоуральске приступили к установке шумозащитных экранов в микрорайоне Талица. Предполагается, что стена избавит жителей от излишней шумовой нагрузки, которую создает поток автотранспорта. Кроме того, благодаря этому заметно преобразится въезд в город. Сейчас рабочие монтируют основания под шумозащитные экраны, обеспечивая прочность будущей конструкции. Позже на фундамент из свай установят стойки из специальных панелей со звукопоглощающими вкладышами. Стена растянется по четной стороне улицы Талица от 8 дома до 110. Площадь сборной конструкции составит около 2500 квадратных метров. Стоимость работ превысит 23 миллиона рублей. Кроме того, вдоль домовладения обустраивают дорогу. Один из участков уже отсыпали щебнем, а стену и дорогу отделяет ливневая канализация.